Меня зовут Антоненко Наталья, я участница проекта «Трансформация тела 7», и вот уже заканчивается 80 дней, и за это время я стала легче, меньше, бодрее, активнее, выносливее. Выбегаю вот на четвертый этаж без одышки. Это, наверное, самое тяжелое было именно начать кушать по дню, потому что привычка была такая, целый день можно не есть, особенно там нервы что-то, вечером прийти, то есть в 7 утра позавтракать, завтраком проблем не было, всегда завтракаю. Вот в 7 утра, и иногда было такое, что вечером приходишь домой в 8-9 вечера, и вот тогда наступает голод. Все кушается, большой порцией. Ну, говорят, что заметно, что похудела. Недавно зашла в магазин соседний, оказывается, человек там работает, девушка, она, оказывается, следит тоже за эфирами и за видео, и она говорит, я вижу, говорит, так здорово, говорит, заметно. И она спрашивает тоже, как кушать, что, то есть человек тоже зреет. У меня основная цель была, это чтобы у меня был пинок в жизнь, старт и основание, как жить дальше всю жизнь. Недавно случился разговор с человеком, который мне говорит, вот у меня там сын занимался и бросил, это так плохо. Я говорю, а я сюда шла не для того, чтобы бросать, а чтобы мне дали старт, как жить так всю жизнь. Вот это так и есть. То есть старт заложен, если я привыкла уже так есть, привыкла на тренировки, мне без тренировок некомфортно.